Собаки здесь. Все собаки. Так, раз, два. Первый пошел. А что-то я решил сегодня поснимать. Пока погода хорошая. Опять у нас 26. Пойдем гулять. Пойдем, банда. Так, этот сюда, этот туда. Разошлись, а что-то ветер снимает. Что-то снимает. Господи, ветер кружит листву. Ух ты! Миш, у тебя там кончилась водичка? Опа! Мишуль, пойдем. Потом еще пописишь. Сейчас будем писать. Все вместе. У рыжего такой вид какой-то хулиганский. Всю дорогу. Оп. Этот туда, этот сюда. Ну, как обычно. Кто-то мне вчера написал, с двумя собаками сложнее гулять. Ребят, причем не в два раза сложнее, чем с одной. Раз 15. Ну, ничего. Я не против. Да даже если бы был против, и что теперь? Гулять-то надо все равно. Нюхать надо. Надо же нюхать, ну, сами понимаете. Мало ли там какие запахи. А вот сейчас рыжий тоже пустил струю. Хорошо. Миша, ты что-то как-то идешь боком. Дошел. А, еще решил немножко. Ну и хорошо. Кто бы против? Для чего еще гулять-то? Сегодня выходной, полно народу. А ничего. Какой-то опять рыбак сидит. Он ничего не ловит, он просто сидит и забрасывает свою леску. Потом вытаскивает и опять забрасывает. Такое занятие. Ага, велосипедисты. Я хотел велосипед свой забрать, но ставить особо некуда. Тесновато. Да ничего, обойдусь. И самокат что-то сломался. Да ничего, буду ногами ходить. Тоже полезно. Опа, Миша, ты что там? Передумал. Хотел покакать, передумал. Или просто упражнения делает какие-то. Миш, уже пойдем. А то меня рыжий вон за столб зацепил. Оп. Пойдем в эту сторону. Ну, давай сюда, давай. Я боюсь, вы меня не слышите даже. Такой ветер дикий. Совершенно дикий. Я все смотрю. Что-то там в кадре. Что-то есть. Ну вот опять встал. А этот что? Этот опять струю спустил. Ну, Миша, даешь. Опа. Мне по мордосам веточкой. Тоже хорошо. Ой-ой, кто-то бежит. Господи. Господи, а где ваш родитель-то?
какие-то дети кричат. Пойдем. Дети кричат. Пойдем, рыжий. Миша сегодня рекорды ставит. Ну что, рыженький, что там вдали? Посмотрели, хорошо. Пойдем сюда. Пойдем. Вот так, подальше, подальше, подальше. Чтобы не было проблем. А то мало ли. Вот там еще собачка. Размером с наперсток. Тетя ее тащит. Тащит. Куда, говорит, его тащит-то? На полигон родимого. Ай-люли, ай-люли, а дракона повезли. Вот какие-то дети катаются на мопедах, что ли. Ну да, только еще не хватало. Ну и куда они поедут? Хорошо, в ту сторону. Хорошо, да. Пускай. Что там закопался? Что-то ищет, ищет, ищет. Эй, Масяня, пошли. Пойдем. Нет, не идет, рыжий. Откормил я тебя на свою голову. С места не двинешь. Еще кто-то поехал. Так, вот сюда, 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 рыжий, сюда. Вот сюда, сюда. Какие красивые здесь веточки. Ага, еще велосипедист. Воскресенье. Потому так. Травку, рыженький, да. Салатик, салатик. Миша опять задумался. Задумался, Миша, да. Над чем задумался, служивый? Пойдем, да. Еще кто-то. Давно никого не было. Пойдем. Рыжуля. О, лопушки. Лопушки. Хорошо. А это я, вот моя тень. У меня на голове камера. Эй, травоядная. Рыженький, пойдем. Опс, Миша, это что-то изобразил? Так, хорошо. Вот так хорошо, да. Еще катиться можно. Катиться, да. Вот так вот. Опа. Давай по попе тебе. Вот так хорошо. Опа. А вот так, вот так, вот так, вот так. Вот, вот, вот. Миша, даже язык вытащил. От удовольствия. А рыжий куда-то в гору. Рыжий, умный, в гору он пойдет. А Мишенька лежит вот так хорошо. Че, тебе животик почесать? Вот так хорошо, да. За лапу вот так, вот. За вторую лапу вот так. Сколько у тебя лап-то? 4.
За все подергивали. За все. Рыжий, тебя уже не видно там в кустах. Переодетый шпион. Опс, опс, опс. Чё, Миша? О, встает, встает, встает. Миша встал. Молодец. Так, рыженький, пойдем. Уже пойдем. Рыжуля, эй, не хочет. Вот какой упрямый. Пойдем, хватит. А то всю траву съешь. Потом будет плохо. Погнал, рыжий. Рыжий пешком не ходит. Он летает. Только низенько-низенько. Миш, ты чё встал-то? Так, кто где? Этот там, этот здесь, а там еще собаку ведут. Ну откуда у тебя? Ну дает. Чемпион по водоснабжению. Вон. Какая-то еще сирена. Наверное, кого-то ловит с такой сиреной. О, мешки появились. А не было с утра. Сейчас для Миши и Гриши возьмем мешочков, да? Обезьян. Пойдем, пойдем. Опа, погнали. Так, навстречу никто не идет, хорошо. Завтра здесь будет пусто. Понедельник. Так, доги, вот. Хорошо. Вообще-то нас трое, но мне мешки как бы не надо. Опа. Сразу приготовим. Вот так он готовится. Хоп. И в карман. И второй. Рыжий, ты что? Уже захотел? Услышал звук мешка? Это как зайцев приманивать. Нужно спрятаться за деревом и издавать звук морковки. Где-то я прочитал, мне понравилось. Зайцы здесь тоже есть. Ну, кролики. Так, Миша, что там, чем пахнет? Чем-то пахнет ведь. Мишур, понюхал, пойдем дальше. Куда там? Пока один нюхал, второй уже куда-то угнал. А прикиньте, у меня соседка гуляет с тремя сразу. У нас на первых этажах, значит, первый подъезд. А, значит, у одной две собаки, девчонка молодая. Потом тетя живет с сыном, три собаки. У меня две, а следующая тетя вообще без собак. Как-то ей скучно, наверное. Мишустин, ты куда погнал? Куда ты? Да ну его к черту. Нет, он куда-то в бок пошел. Ах, вот оно что. Не накатался. Не навалялся. Ну хорошо, давай, продолжай. Да, пшик, пшик. Язык высунул. Ну давай, продолжим нашу игру. А вот так еще. Вот так хорошо. Вот так, да. Молодец. Подожди, ты что не катаешься? Иди, иди поваляйся, смотри. Опа, ну, ближе нету. Походку опять изображаю.
мне кажется, камера низко снимает. Да и черт бы с ней. Что сняла, то сняла. Миш, ветер, остудишься. Пойдем уже. Пойдем, обезьянка. Пойдем, пойдем, да, пойдем. Пойдем уже. Пойдем, мой хороший, молодец. Оп, хорошо, пойдем. Пойдем домой. Домой пойдем. Какие-то ягодки висят, никто их не склюет, значит, никому не надо, просто для красоты. Ага. Велосипедисты. Опа. Рыжулькин. Да, вот так, молодец, Миша. Погнали, Миш. Пойдем в эту сторону. Вот так, хорошо. Сколько листьев-то, а? Деревья красные стоят. Пойдем по травке. Пойдем. Сегодня рыжий нас ведет. Та же дорога, а мы вчера здесь же ходили. Ну и чё? А давай вот туда направо сейчас. Рыженький, а пойдем вон туда вот. О, бандеровская колонка, желто-синяя, ха-ха. Машина Сузуки, а на самом деле, подойдешь поближе, это Запорожец, поняли, да? Так, хорошо, ну все равно это иномарка. Пойдем вот сюда, вот по тропинке, пойдем. Миша, не отставай, вот здесь где-то кролики бегали одно время. Сейчас нет, как назло. Ага, Миша что-то уже спит на ходу. Или просто довольный. Щурится. Самолеты летают. Пойдем, пойдем, да. Пойдем уже. Собаки. Собаки лают. Я иду, иду, иду. А собаки лают. Я иду и курю. Беломорканал. Светофор подмигнул. Я его сломал. Хулиганские песни. Голову мне приходит. Ветрено. Миша, последние капли. Пошли домой, хватит. Пойдем, Раджуля. Ну, веточку нашел. Не стал брать. Пойдем, пойдем, рыженький, пойдем. Там какая-то тетя идет. Он-то что заглядывается? Это мне надо заглядываться. О, нашли, нашли. Чем-то пахнет. Thank you.
Мишустин, погнали. Опять самолеты. Не машины, так самолеты. Если не машины, нет самолетов, люди с велосипедами. Движуха постоянная. Далее же. Ну все, вот наш дом. Мы сейчас туда и направимся. Солнце, вообще-то, жарит хорошо. Так что ветерок, он совершенно не лишний по такой погоде. Кстати, я бы сказал. Одна Кия, вторая Кия. Да, народ здесь не особо богатый. Это американочка. Ах ты, Тойота Королла. Миш, иди сюда, а то там какие-то машины дурацкие. Камень на дороге. Если попадется, берегите ноги. Старый гинеколог вышел на дорогу, наступил на камень, покалечил ногу. А все, мы тут. Ля-ля-ля. На кормушке воробьи вечные. Все, пока. Вот куда ты? Кого ловить опять? Пока. С вами доктор Влад и две собаки.